Привет, привет, мои дорогие зрители. Кто меня не знает? Меня зовут Лилия Донскова, с кем мы еще не знакомы. Рада вас приветствовать всех-всех-всех на нашем канале. Сегодня у нас будет такой необычный обзор нашего заказа прям в лесу. Ну, так сложились обстоятельства, что мы ехали по делам, заскочили в офис, забрали заказ и подумали, а почему бы не отснять прямо здесь, вот на полянке, такой шикарный денек сегодня в Саратове, солнышко. И я буду хвалиться нашими покупочками из каталога номер 14 компании Oriflame. Вот такая у нас коробка огромная, как всегда, накладная. И мне уже не терпится посмотреть наш заказ, потому что здесь целых 150 баллов. Поэтому, конечно, любопытно, что же мы здесь получили. Ой, я прям не могу, смотрю в эту коробку с удовольствием. Так, у меня в заказе 4 набора каштан. Сейчас я их извлеку. Все не получится. Ага, получится все. А, набор всего за 199 рублей. Включает в себя вот такой большой крем для душа 200 мл. И крем для лица и тела 150 мл. Давайте делать дегустацию. Я открою и крем посмотрю. А, да, у него есть такой, ну, практически прозрачный, густой такой, красивый цвет. О, пахнет очень вкусно. Он, в принципе, пахнет, если потереть картинку каталога, точно так же, только более такой насыщенный, классный аромат. Ну и крем, конечно же, хочется быстрее его... Я аккуратненько возьму прям с баночки и на руку, потому что это будет моя баночка. Обожаю новые кремы просто. Обожаю все новенькое. Мне очень нравится дизайн. Хорошо. Легко впитывается. Он такой легенький, не густой, как лосьончик. Ой, какой приятный по ощущениям. Что у нас там? Олени? Зайчики ходят? Достойный дизайн. Я считаю, что это и классный подарок к Новому году. Можно разделить, кстати, отдельно подарить крем для душа, отдельно крем для тела. Всего 100 рублей подарок. А если у вас есть дисконт, скидка 20%, это вообще будет стоить копейки. Так, свое откладываю. Это у меня все под заказ. Далее. Взяла со скидкой 50% крем дневной. Экологен. Я его очень люблю, как вы знаете, потому что этот крем я сама все время использую, целиком всю серию. Она шикарно работает с кожей. Мне 44 года, а я очень довольна своим лицом. Ни разу в жизни не была у косметолога, пока не собираюсь. Надеюсь, что Oriflame сделает все, чтобы морщины не появлялись на нашей коже. Так, это тоже мне. А здесь у меня, потом покажу, что... Вот, это тоже мне. Кстати, весь заказ практически для меня самой. А вот второй заказ, который мы получим завтра, там в основном все под заказ. А, карандаш Giordani Gold. Они сейчас с огромной скидкой, а я так люблю эти карандаши. Взяла темно-синий, и мне очень нравится, что он такой густой темный цвет. Не ярко-синий, а именно вот такой вот приглушенный, который только подчеркнет цвет глаз и усилит макияж. И один взяла коричневый. Я до этого брала из серии The One. О, отличный цвет. Кстати, такой не выражено коричневый, а такой коричнево-черный, такой графитовый. Очень хороший. Коричневый карандаш The One у меня отжала мафия в виде моей дочки. Она увидела, говорит, мама, дай карандаш. Я говорю, ну, конечно, бери. Так, это тоже под заказ. А, нет, 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 это мне. Это же мне, любимый. Я успела, да, я урвала эту помаду. Матовая, пролине. Та, которую я хотела. И самое интересное, что я сделала заказ, оказалось, что я нечаянно, неправильно выбрала доставку. Вместо доставки на дом я отправила в СПО. Захотела перебить заказ, но помады уже не было на складе. То есть буквально их разобрали, мне кажется, в первый час, когда открыли сайт. Я обязательно вам покажу, какой это цвет красивый, потому что это я себе. О, класс, класс. У меня, кстати, есть на канале видео обзор со сводчами. Там, правда, 7 только оттенков, одной помады не было. Ой, ну это просто... Просто это волшебный цвет. Я ее очень хотела, и вот она у меня есть. Так, под заказ мистер Giordani. Конечно, я не буду открывать, потому что это парфюм. Это дорогой, шикарный парфюм, который в этом каталоге идет вообще по космическим скидкам. Поэтому
такой вот аромат уйдет нашей клиентке. Так, не знаю, что здесь. А, знаю, подождите, это в конце. Это все в конце. Так, дальше. Три туши. Термостойкие. Кстати, у нас есть две туши. Одна с такой пушистой кисточкой, это она. А одна с такой тоненькой, маленькой. Они мне, конечно, обе нравятся, но все-таки с пушистой кисточкой мне понравилась тушь больше. Эффект одинаковый. Смываются они так вот, как будто как одежду снимаем с ресничек. Так вот аккуратненько, все классно, никаких разводов. Она не смывается в воде. То есть я ее испытывала в море, я ее испытывала в сауне, в бассейне и под дождь, я просто ее испытывала, пшикала себе на лицо водой. Она, конечно, не смывается просто так, только теплой водой аккуратно снимается с ресниц. Мне это нравится. Кстати, две под заказ, одна мне. Будет потом еще в следующем заказе. Много-много-много-много-много смягчающих средств. Не знаю, сколько их тут. Вижу пока 4. А, вот еще одна тушь, кстати. Да, одну дочке, одну себе и две под заказ. Пока 4. Это новое смягчающее средство с ароматом граната. Одно себе сразу открываю. Остальные под заказ. Отдам. И еще себе закажу несколько штук. Вот такая чудесная баночка. Кстати, у нее цвет такой красивый. Какой-то бордовый, коричнево-бордовый. Ой, обожаю наши смягчашки. Прям сейчас буду ехать в машине и мазать руки. То есть сначала мы на велосипедах покатаемся, а потом буду мазать руки. Так, то есть это из старого заказа. С резерва пришла туалетная вода Мисс Джордани. То, что очень классно, у меня ее клиентка ждет, и теперь она ее получит. Здесь у меня хайлайтер для лица. Кстати, я о нем всем рассказываю. Это обычный тюбик серии The One, но мне он очень нравится тем, что у него приятный такой розоватенький оттенок. То есть его наносишь так на личико в нужные места, и лицо начинает вот просто вот сиять. Оно такое красивое, расход у него микроскопический. Я вот пользовалась им, как он вышел, по-моему, где-то летом он у нас появился, в начале лета. Даже незаметно, что он уменьшается, потому что там нужно прям вот капелюшечку хватает на все места, которые нужно нести. Это у меня заказала клиентка. Она увидела у меня на лице, говорит, что это такая кожа красивая. Я говорю, так это же хайлайтер. Она говорит, я тоже хочу. И он как раз с большой скидкой, поэтому я его заказала. Тоже под заказ маркер для бровей. Он сделан так же, как фломастер обычный, очень удобный. Многие его используют с удовольствием, но не я. Я такой не люблю. Я тоже часто видео рассказываю, что он мне не пошел. В таком большом пакете я выписала пробники нового парфюма, который выйдет в следующем каталоге. Сейчас попробую вам изобразить его название. Luminations. Ну, я могу ошибаться. Окей, вы меня простите, пожалуйста. Я не знаю английский и не изучала это название. Но я буду дегустировать аромат первое и вам рассказывать, какой он. Аромат наносим всегда на пульсовые точки, чтобы он быстрее раскрылся, потому что здесь горячее местечко, он согреется и быстро раскроется и покажет нам себя во всей красе. Он очень сладкий. У меня аж слюни потекли, хотя я не голодная. Но он вкусный. Он не приторно сладкий, который вот противный. Вот бывают такие ароматы тяжелые, такие, которые давят, такие женщины, да, взрослая женщина, грузная. А этот, он просто аппетитный. Возьмите пробники, вот чтобы его распробовать, понять, потому что аромат будет не из дешевых. Закажите, как я, пробнички отберу себе и раздаю, даю всем понюхать, всех мажу, чтобы люди поняли этот аромат. Очень классный. Далее у меня в заказе праймер для век, новинка, сейчас будем открывать. Две палетки, они пришли мне обе в подарок. Я взяла всего 6 оттенков теней, сейчас я вам их покажу. Мы их сейчас все будем распечатывать. 6 теней.
они все приходят в отдельной упаковочке, поэтому мы с вами можем комбинировать все, что угодно. Я взяла зеленый, то есть я из матовых взяла 4 оттенка. Сейчас скажу, какие. Это такой коричневый, глубокий синий, зеленый и молочный. И два блестящих я взяла, розовое золото и, по-моему, тауп. Просто один для такого макияжа, наборчик для блестящего, и для матового. Я в последнее время просто обожаю матовые тени. Мне так нравится, как они вот лежат на веках красиво, так мягко, бархатисто. Поэтому я себе забрала все матовые. Они у меня все улягутся в большую палетку, мне не терпится ее посмотреть. Сейчас я ее безжалостно распечатаю. Как ее распечатать? Не очень удобно коробочки. А, вот, удобно. Все удобно. С другой стороны просто надо было. Так, здесь она вся запечатана пленочками. Пленочки мы удаляем. Так, здесь. О, классно. У нее есть зеркало и прозрачка. То есть вот так вот будет видно тени, какие лежат внутри. И сюда тут магнитик. И сюда мы кладем тени. О, тут есть кисточка. Большая кисточка, с одной стороны прям как кисточка-кисточка, а с другой стороны губочка. Ну, я не люблю, я никогда губками не крашусь, уже давным-давно, мне кажется, как появились кисти, я перестала губками красить веки, потому что кисть лучше растушевывает и мягче набирает. То есть вот эта вот, ну, пуховочка, она слишком много берет цвета и сразу его припечатывает в одном месте, потом фиг растушуешь. А кисточкой классно именно делать тушевку. Супер. Я сейчас прям попробую, как в эту палетку тени будут укладываться. Ну, хотя бы несколько штучек. Вам же тоже, наверное, интересно посмотреть, как это будет. Мы просто вытряхиваем из коробочки тенюшечки. Да, и они просто примагничиваются. Слышите? Это очень удобно. И смотрите, что классно. Например, вы соберете всю коллекцию теней, а коробочек, например, у вас не будет хватать. Сохраните ту коробочку, в которой вам пришли тени, не выкидывайте. И вы сможете потом комбинировать, какие-то вынимать, откладывать. Например, зимой вы будете пользоваться одними оттенками, летом другими. Естественно, вы их быстро не израсходуете. Очень большая по объему. Сейчас посмотрю, сколько грамм. 2,28 грамм. Этого хватит очень надолго, потому что расход у теней абсолютно небольшой. Насколько уж я активно пользуюсь тенями, я каждый день крашу глазки, и у меня тени всегда, каждый день в использовании. Они практически не расходуются, мне уже порой надоедают они, а их еще огромная куча. Поэтому по эти не выкидываем, будем с вами менять туда-сюда. А если у вас по сумме проходит на несколько палеток, берите сразу все, пусть даже лежат пустые. Например, у меня вторая палеточка маленькая, она пока будет пустовать, потому что у меня как раз 6 теней войдут все в одну палетку. Пусть пока лежит, может быть, я потом захочу взять какие-то еще оттенки, и я их положу в эту палеточку. Или с собой в дорогу брать 2 цвета. Очень удобно, маленькие. Вот, и я хочу попробовать праймер. Это еще не все, у меня еще там сюрприз в заказе. А праймер для век, для нанесения теней. Как раз его используем по тени. Кстати, так рука вкусно пахнет. Здесь духами обалденно. Вот, кстати, он развеялся. Он такой вкусненький. Слушайте, такие соблазны. В каждом каталоге какие-то потрясающие новые парфюмы. Как устоять? Я хочу посмотреть, что это за праймер. Слушайте, у него такой прям цвет, как у корректора. То есть он непрозрачный. Это точно я праймер взяла? Да, это праймер. Да, он с цветом. Это, кстати, очень здорово. Но его не видно. Вот знаете, он так же, как праймер для лица из серии The One. Он тоже непрозрачный. Но когда его наносишь на лицо, его не видно. Кстати, он мне очень нравится. Так, праймер. И попробуем какой-нибудь темный-темный оттенок теней. У нас же есть с вами и кисточка. Я сейчас попробую. И вам расскажу, нравится мне это дело все или нет. Я возьму темные, зеленые. Мне так их охота было посмотреть, потому что у нас на дегустации их не было, к сожалению. Так вот я безжалостно открываю новые тени. Сразу их кладу в коробочку. Ой, как мне это нравится. Набираю тени. Лишнее можно стряхнуть. И наношу прямо на праймер. А, они просто припечатываются, а рядышком нанесу
где нет праймера, рядом нанесу и сравню просто эффект. Да, они более прозрачно наносятся на праймер. Праймер их схватывает лучше, он их подцепляет, тени. И они, естественно, лучше зафиксируются. А нам же с вами нужен стойкий макияж. Вот, пожалуйста. Ой, девочки, слушайте, какой цвет зеленый. Он такой глубоко-зеленый, и я рада, что я его взяла, я не ошиблась. Я переживала, что он будет слишком яркий, и я не смогу им пользоваться осенью и зимой. А у него прям хороший такой пигмент, насыщенный, и он темный, не летний оттенок, прям супер. Ну, и заодно попробуем белый, что это за белый цвет. Светлый, вернее, он такой молочный. Ой, он красавчик. Он будет шикарным завершением, то есть мы его будем наносить в уголочек глаза и растушевывать в тени, лишнее сдули. Потому что, ну, это правда очень красиво и очень круто. Кисточку назад кладу. И у меня еще один для вас сюрприз. Один сюрприз. О, я еще взяла календарики, подождите. Кстати, рекомендую взять наборы календариков и раздать их к своим клиентам. Здесь есть местечко, куда вы впишете свой телефон и имя. Они все разные, они все разные, они такие клевые. О, я вот этот себе оставлю на голубом фоне. Я все время календарик держу у себя под рукой. Вы их можете раздарить клиентам, просто положить в заказы, когда будете относить предновогодние посылочки. Чтобы у них был календарик и постоянно с ними ваша визиточка. Они могут положить это в кошелек и в любой момент с вами смогут связаться. У нас тут еще куча каталогов. Не буду их все доставать, просто покажу один как дразнилку. Какой он красивый. Просто. Он просто красавчик. И ту-дум на десерт. Это мне. Я взяла себе новинку. Eclat Mon Parfum. Он меня очаровал, этот аромат. Я думаю, что он многим девушкам и женщинам понравился, потому что он очень богатый. Он напоминает то состояние, когда проходишь в магазин Летуаль или Дебате и пахнет вот этими дорогими парфюмами классными. Он мне вот навеял такую атмосферу бутика дорогого. И он так шикарно выглядит. Я его уже вчера видела в бизнес-центре. Но это мой флакончик. О-о-о, так приятно его держать в руках. Толстое-толстое стекло. У него такой легкий розоватый оттенок. Золотая крышечка и бантик, который мы можем с вами снять. Кстати, бантик мы можем снять и куда-то одеть. На заколочку, может быть, куда-то, да. У меня будет колечко. И этот аромат я хочу быстрее продегустировать. На руку. А, вот. Огонь. Я обожаю этот аромат. Это будет мой любимчик. Просто. Все, это мой фаворит. И, кстати, у меня в следующем заказе тоже будет такой аромат. Уже под заказ. Я даже не давала девушке понюхать, я просто ей рассказала, что он фантастический, сказала, что я себе беру. Она говорит, и мне бери. Вот так. Вот на такой позитивной ноте, очень вкусной, очаровательной, с ароматом Европы, да, Парижа, мы с вами заканчиваем, а мы поедем кататься на велосипедах. Не забывайте поставить лайк в комментариях. Кстати, мы вам отдельно запишем все оттенки теней, поэтому с вас лайк. Хорошее настроение, отзыв, комментарии, если хотите что-то написать или спросить. И просто вам желаем классной осени, шикарного настроения. И если вы еще не консультант компании Oriflame, присоединяйтесь в нашу команду. Ссылка под видео. Заполняйте и будьте с нами. До новых встреч. Пока-пока. Где тут у меня листики? Та-дам!